Долгожданные дожди настигнут Чувашию завтра. Правда, по данным синоптиков, они будут кратковременными с грозой. Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а потом снова жара. В августе Чувашию ждет сухая и теплая погода. Средняя температура будет на 3 градуса выше климатической нормы. Но и осадков будет больше обычного. Согласно расчетам синоптиков, пляжная погода с дневной температурой воздуха до 32 градусов сохранится всю первую половину августа.